Губернатор Сергей Цивилев напомнил, что два кузбасских города Кемерово и Новокузнецк получили федеральный статус «Город трудовой доблести». Именно благодаря самоотверженному труду наших бабушек, мам, дедушек и отцов регион заслужил эти высокие награды. В планах отметить новой медалью более 6 тысяч тружеников тыла, проживающих в Кузбассе, не менее 6 месяцев проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны. Мы обязаны наградить всех тружеников тыла. Они же уходят каждый день из этой жизни. Если мы это быстро не сделаем, мы можем не успеть. Они это заслужили. И президент такую награду дал. Он ее дал для всего Кузбасса. Следующую задачу ставлю. Президент подписал указ об учреждении почетного знака Российской Федерации за успехи в труде. Этот почетный знак дается предприятиям. Принято решение, что будут первые 5 почетных знаков выданы на конкурс на основе предприятиям Российской Федерации. На всю Россию 5 знаков. Знак будет даваться за высокие достижения в промышленном и сельскохозяйственном производстве, в области экономики, здравоохранения, науки и образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства, иные заслуги перед государством за последние 5 лет. Глава региона дал поручение разработать и согласовать награды с общественностью в кратчайшие сроки и разработать также дорожные карты по учреждениям и предприятиям. Галина Ильина, Ленск ТВ.